типа крови не хватает, когда все только черно-белое. Блять, Дред, да заканчивай эту хуйню вытворять. Как почему у тебя постоянно получается какое-то адовое уебанство? Как ты это делаешь? Я не знаю, о чем ты, просто я бежал и остановиться. Но ты же понимаешь, что ты врос в платформу, блять. Или нет? Нет. Погоди, врасти в нее обратно, я сделаю трейлер фильма «Человек-платформа». Просто стой. Стой, стой, никуда не бегай. Это будет охуительная драма такая, типа, у него нет половины тела, и он врос в платформу. Негр, который хотел жить, но не мог, потому что вместо члена и вместо всего остального у него бетонная огромная платформа, на которую приходят электрички. Смотрите в кинотеатрах страны фильм, номинированный на «Оскар» в номинации «Лучший негр, вросший». Блядь!